Десятки медучреждений Западно-Казахстанской области находятся в аварийном состоянии. К примеру, в селе Базар-Шулан амбулатория расположена в приспособленном под медучреждение здании 70-х годов прошлого века. Не отвечает современным требованиям оказания качественной медицинской помощи и фельдшерско-акушерский пункт в ауле Аксу. Взамен устаревших медучреждений в селах намерены возвести 38 новых. Объекты возводят в рамках проекта модернизации сельского здравоохранения. 18 из них должны сдать до конца этого года. На строительство из республиканского бюджета потратит более 7,5 миллиардов тенге. Здание старое, из окон дует, влагу пропускают. Теперь построят новое. Это позволит принимать пациентов в более комфортных условиях. Подрядные организации определены почти по всем объектам. 3 на стадии оформления. На 18 стройплощадках строители приступили к работам. По остальным объектам подали бюджетные заявки на выделение средств из республиканского бюджета. Подведение инженерных сетей производим за счет местного бюджета.